В России День кошек отмечается 1 марта. Это неофициальный стихийно сложившийся праздник, и его справляют хозяева и любители этих животных. В Десногорской художественной школе это событие отметили выставкой «Замурчательный март». Рисунки посвящены кошкам, пожалуй, любимому домашнему питомцу. Этот рисунок, он очень красивый. Я его рисовала с интересом, и у меня было очень хорошее настроение. Рисунок, он очень яркий и забавный. Этот кот сидит в траве и что-то пытается найти или словить. Одна из авторов, 10-летняя Ульяна, свое произведение она назвала «Рыжик», что вполне отражает суть изображения. Ее работа – одна из 50 представленных в экспозиции. А каждый рисунок выставки – это уникальное мнение автора о том, как должен выглядеть самый красивый и необычный кот. Кошка является очень любимым и близким, можно его так назвать, членом семьи. И дети очень часто обращаются к теме рисования животных, особенно своих пушистых питомцев. Изображения выполнены в разных техниках, от живописи до графики, а также отличия и в уровне мастерства. Ожидаемо, более взрослые и опытные художники уже вполне обладают своим стилем и манерой творчества. На данной выставке представлены работы и более взрослых наших учащихся. По работе Дарьи мы можем судить о ее твердой руке, хорошим техническим возможностям, которые она обладает. И можно сказать, что в будущем она сможет стать профессиональным художником. Выставка расположена в холле Десногорской художественной школы, а уже к концу недели она дополнится новой экспозицией рисунков к Международному женскому дню.